символ лежанка. Так, вот здесь уже важно. P простое число. P простое число. И вводился он очень простым образом. 0, если A делится на P. 1, если A сравнимо с x квадрат и не сравнимо с нулем по модулю P. И минус 1, если для любого x A не сравнимо с x квадрат по модулю P. Вот такие числа называются квадратичные вычеты, такие квадратичные невычеты, ну и отдельно число делящееся на P. Замечательно. Так вот, одна из красивых и, что называется, убедительных теорем, которые удается очень легко доказать при помощи метода телеметрических сумм, звучит следующим образом. Если вы возьмете символы лежанка на любом отрезке, то есть посчитаете A по P, A плюс 1 по P, А плюс 2 по П и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до А плюс Б по П. Так вот, оказывается, модуль такого выражения будет обязательно меньше, чем корень из П умножить на натуральный логарифм. Это, с одной стороны, несложное, а с другой стороны, такое вот очень убеждающее. Потому что, заметьте, здесь от числа b, от количества слагаемых, вообще ничего не зависит. Просто вот такое неравенство. Оказывается, его не так уж и сложно доказать.